ще одну десь. Давайте десь там рибу. Давайте. Тут бачиш? Давайте у тепло. Іди десь. Котик. Так. Так. Последний из Могикан. Який выберем? Шеструшки. Там цей? Свежий. Цей грубший. А ну, види, бе. Добре. Сюда дивись. Сюда дивись. Сюда, снимай. Шо ж ты? Шо ж ты? Трохи вище стану, бо так типу краще знімати. Просто що-небудь знімайте, я потім зліплю. Оп, все, єсть? Так, єсть. Можете паузу підключати. Я буду говорити, там камера знімає на постійно, там буде швидко, тут буде медленно. Картон є? Що? Картон є. Все, все є. А ти картон не даєш? Знімай. Ти дуже багато питань задаєш. Виговорили. Знімай. У мене зараз сяде цей. Що знімеш, то знімеш. Так. На старт. Увага. Включаю. Ви отримали качественний віцелій, адаптований для посадки вуличних основі від компанії Файні Машум Клуб. Вот посилка. Значить, що ми робимо? Ми робимо следующее. Дай мамі, мама. Нам картона хватило на три посадки. Идет вот такая предварительная подготовка. Дальше что мы делаем? Эта упаковка рассчитана на 1, 2, 3, 4, 5 посадок. Ну, приблизительно. Для примера я просто снимаю 3 посадки, потому что у меня нет необходимости выращивать грибы на пеньках, я выращиваю их на мешках. А для того, чтобы показать вам, как это все происходит, я вот делаю вам примерные посадки. В последнее время очень часто приходится объяснять людям, которых классическим способом не получается, нет возможности, или нет времени, или у них нет 15 мешков, или у них пеньков, или у них все сошлось одновременно. В общем, у них нет возможности посадить классическим способом, который был снят очень давно. Поэтому, повторяя уже 10-й раз одно и то же, я решил просто снять хорошее доступное видео, как это все происходит. Чуть позже я объясню, зачем была вот эта мембрана. Чтобы земли не было. Да, вот правильно. Аккуратненько. Тут она попадает туда. Ну, не так понятно. Дальше. Разделяем эту упаковку на 5 частей. Соответственно, для такой посадки можно подходит и, именно можно очень и... хорошо зрелый мицелий. Ну, так повернись до мене.
Как вы видите, я его не разминал, не дробил, не применял никаких. И в дальнейшем делаем просто вот такой вот момент. Все. Посадили. Вот для чего нам нужна вот эта такая, так сказать, мембрана, чтобы на какое-то время ограничить контакт нашего мицелия с грунтом. И производим дальше вот такой вот. Обязательно вот это нужно хорошо утрамбовать, потому что земля вокруг твердая, да, засып. А под нашей посадкой рыхлая, поэтому все осадки будут собираться у нас под пеньком. Вот так. Теоретично і практично його можна даже на 10-15 частей розділити. Ну, нас... тут треба максимально. Вот. Активна доза для швидкої контамінації. Для того, щоб ми могли отримати урожай ще в цьому сезоні через приблизительно 2 місяці. Ну це вже сроки вже. Такі ми виставляємо бистрі. Опа. Ну, дай. Такое мероприятие можно произвести только с очень зрелым мицелием. Свежий и рыхлый мицелий. Он будет рассыпаться на зернышко. И это слабая часть вот этой посадки. Разделившийся на части мицелий очень легко поддается инфицированию. Поэтому результативность такой посадки будет немного ниже. Давай. Учитывая наш 10-летний опыт работы. Ой, пеньками. Ну, в принципе. Вот. Выторкнулось. Главное, до зриза воно. Да. Учитывая наш 10-летний опыт уже работы, о чем свидетельствует видео о классическом способе посадки, которое есть в описании к этому видео. И обратите внимание на дату съемки классического видео. Ух. Так. В этом случае это яблоня для посадки. Вот это яблоня, которая здесь уже не нужна. Не растет. В том случае это груша, которая тоже была не нужна. А тут малины. Еще будут почищены. Вот. Вот. И все, что нам осталось. Елочки. Калина. Так, все, что нам осталось сделать, это чуть-чуть на кадр не попадает. О, даже оператор тебе. Так, ты особо публично. Прямо в кадре. Я сегодня не публично. Не накрашенная. Для того, чтобы узнать результаты вот этих всех наших мероприятий, есть только один единственный способ. Это подписаться на канал Funny Mushroom School и в дальнейшем следить за новыми публикациями. Еще тут. Надеюсь, в ближайшее время мы снимем видео об тут урожайности этих пеньков. Таким образом, инфицирующая доза этого мицелия очень большая. Это почти килограмм мицелия на одну посадку на пенек. Таким образом можно выращивать самые разнообразные грибы, которые поддаются промышленной культивации.
все.